В начале данного ролика хочу к вашему вниманию представить крутой канал. Этот канал круче даже, чем моя челочка. Ребят, просто опопительный канал. Парень снимает разные фильмы, снимает разные приколы, снимает разные баги и тому подобное. Так что обязательно перейдите и подпишитесь, как это сделал я. Ну что же, ссылочка будет в описании, а мы продолжаем. Здарова всем, ребята, с вами ваш КентоПК, и сегодня я вам покажу мега крутой, мега полезный и просто опупительный баг на новой карте. Так что, ребят, пожалуйста, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал, то мало ли кто не подписан. Давайте, ребят, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. И еще, если будет много лайков, а я знаю, что вы мне молодцы и что вы сможете, то я обязательно сниму продолжение. Так что, ребят, кому не сложно, пожалуйста, по-братски поставьте лайк. Ну что же, погнали. Данный баг очень простой, и я думаю, что его сможет повторить мой любой подписчик. Ну что же, нажимаем создать, дальше выбираем АВП режим, или можно резня, например, давайте резня. И выбираем новую карту под названием Carnage. Также я поставлю пароль, дабы нам никто не мешал. Ну что, поехали. Выбираем, конечно же, синюю команду. Ребят, смотрите, как все тут работает. Мы просто подходим сюда, вот видите, вот куда-то сюда. И просто начинаем прыгать. Блин, ну если вы знали этот баг, то я, ребят, просто в шоке. Кстати, да, напишите, пожалуйста, также в комментарии, кто знал, кто не знал. Ну я просто буду в шоке. Вы что, ребят, знаете уже все баги? Знаете Black Strike лучше, чем я, или что? Ну, я думаю, что не все же знали, правильно? Так что обязательно напишите, кто знал, а кто не знал. Ну что же, поехали. Мы просто тут прыгаем, и рано или поздно у нас все это выйдет. Надеюсь, что рано, потому что время уже не рано. Так что, ребят, надеюсь, сейчас все выйдет. Сейчас, смотрите, сейчас папа покажет, как надо. И опа-на, у нас все получилось. То есть мы можем запрятаться где-то тут. Вот, например, тут запрятаться. И команда красных нас не найдет. А вот если я стану сюда, то, ребят, вообще все видно. Ну как по мне полезно, да? То есть помимо того, что это круто, весело, можно пошутить над вашим другом, это еще, ребят, очень полезно. Особенно, если вы играете в режиме АВП. То есть, а ну-ка, дайте я хоть дальше пройду. Вот, блин, я вылез. Ну просто, если вы играете в режиме АВП, вы можете, ребята, чуть-чуть вылезти из стены, убить противника и обратно залезть в стену. Ну что же, вот такой вот был у нас баг. Обязательно поставьте лайк, обязательно напишите в комментариях, что я говорю не баг, а бах. Ну, ребят, ну я с Украины, что поделать уже, у нас просто буква Г похожа на букву Х, но вы поняли, короче, да? Ладно, все, ребят, давайте, всех люблю, всем удачи и всем пока.